Так, Волкмастер Стелла, размер 3 четверти. Такой вот красивенький цвет. Насыщенный зеленый перламутр. Сейчас будем проверять каждую клавишу нажимания и сжимания меха. Потом проверим басы. Так, здесь имеется 5 регистров с правой стороны. Все отлично работают. Слева 3. Проверяем. Отвечает хорошо. Так, проверим для учеников, для учителей, как звучит на регистре в унисон. На центральном сейчас самое основное. Верхний.
Это я сыграл сыганочку на регистре, который звучит в разлив. Сейчас для сравнения включу регистр, мастер-регистр, где все голоса будут включены. Здесь трехголосый инструмент, значит все три голоса будут включены. Инструмент. Так, в разлив поднял Париж кусочек. Thank you.
Унисон сыграем, цыганочку попробуем и на другом регистре снизу сейчас посмотрим. На верхнем. Такой вот инструмент очень хороший. Да. Сзади написано. Да. Тут есть такая эмблема. Во-первых, Made in Germany написано. Во-вторых, первый сорт. Первый сорт инструмента. Так, защелочки меха есть. С двух сторон. Вот. Сейчас мы защелкнем. Значит, мех чистый весь, не потертый. Вот внешний вид отличный. Я говорю, очень красивый такой цвет, насыщенный, нарядный. Насыщенный зеленый перламутр, очень нарядный. Так, здесь еще стоят отличные кожаные ремни под цвет инструмента. Кожаные с мягким таким подкладом. Хороший, приятный бархат. Вот. Такая заклепочка. Заклепочки по одной штучке. Вот здесь регулировку ремня левого. Вот такая. Барашки откручиваешь и под любую руку. Хоть под детскую, хоть под взрослую. А то бывает здесь колесико стоит. А раньше стояло колесико. Крутишь, крутишь. Со временем ремень вытягивается. Этого
Этой регулировки не хватает для руки, рука болтается. Ну и все. И очень неудобно играть. Вполне возможно, люди из-за этого и бросают учиться. Не знают, как этот ремень наладить, а мастеру не хотят нести. Вот. Так что здесь будет надолго. Вытянулся ремень, открутил, подтянул. И стоит такой вот широкий, хороший ремень. Тоже с клепочкой. Заклепочка. Вот. Очень удобно. И по детскую игру, и под взрослую. Вот он. Вот она эмблемка. Вот это вот. Там написано первый сорт. Вот внешний вид такой вот красивый. Красавчик. Решеточка вся целая. Бывает, что вот здесь вот эти пластмасски со временем отлетают. А здесь они все целые. Все целые. Регистры все целые. Надписи на регистрах все целые. Клавиши ровненькие, не потертые, беленькие. Эмблема Worldmaster на месте. Кнопка спуска воздуха. Меха. Вот она. Все работает. Четко. Вот такой вот инструмент. К нему есть еще жесткий кофр. Все в хорошем состоянии. Вот если понравился, звоните, приезжайте, смотрите.